Новое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки. В каждом случае средства будут предоставляться адресно с учетом индивидуального положения. Работа ведется по поручению президента.